Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я прошел Fallout 4. У меня получается, в принципе, доступ к двум концовкам. Первое — это уничтожить институт, ну и, соответственно, пойти за подземку. Либо уничтожить саму подземку. То есть, в принципе, сложный такой довольно моральный выбор. Но братство стали я исключил сразу, потому что это шпионаж, это подлость, это... Просто они хотят уничтожить, потому что это реально сила, с которой они не могут не считаться. И, соответственно, они решили уничтожить как институт, так и подземку. Ну, я поступил по-своему. Я уничтожил первым братство стали. Поэтому у нас остается два фаворита. Либо подземка, либо, вот, собственно, институт. Я выбрал для себя, в принципе, концовку вот эту. Поэтому сейчас мы отправимся уничтожать... Собственно, подземку. Посмотрим, что из этого получится. Если это не займет много времени, то пройдем и по второй концовке, но не буду загадывать наперед. Carrington wants to talk with you. Конечно, ёпт. Ах, ну да, ну да. А как лучше? Знаете что? Она меня бесит. Потом с тобой разберусь. Лидеры подземки уничтожены. Хорошо. Но это, по-моему, не все. Тут еще кто-то должен быть. Тут еще должен быть этот робот. Да? А где сучий робот? Нету сучьего робота. Что ж, тогда мы отправимся к отцу. В институт. Father has done remarkable things. I would not exist were it not for him. Что же, что же? Замечательная игра подходит к концу. Довольно быстро. Hello, Sean. There you are. I've already heard the news. But of course you wouldn't be here if it weren't a success. I'm glad it worked, but... I'm glad you're safe. Для тех, кто не прошел игру до конца или планирует ее пройти, но еще не прошел, это сейчас будет спойлер, так что выключайте видео. Шон сейчас перед нами, то есть... Этот человек — это наш сын. Я дошел до этого момента, я был шокирован. Он умирает, поэтому я решил вступить на его сторону. Как ты себя чувствуешь? Comfortable? It's good of you to ask. I'm fine. Don't worry about me. Just take care of the institute. Take care of its people. They're good. People, you know that. Ali has always been loyal to the Institute and to me. You can rely on her for help. Once I'm gone, it's all up to you.
Я приложу все усилия. I'll do my best. I know you will. Don't worry about me. You need to look ahead. Focus on the future. Our time together has been strange, hasn't it? I spent years wondering what you were like. Thinking about all we missed out on. I want you to know that I'm grateful for the time we've had. По-хорошему, я, то есть наш главный герой, стал новым Келлогом для него. Но этого требовала ситуация, и я не могу его в этом винить. Просто, ну, он боролся за свою идею. Я рад, что мы встретились. I'm glad I found you. As am I. Thank you. Он прожил 60 лет. You've helped the boy achieve his dreams. I think I'd like to sleep now. Покойся с миром. I've lost Sean. All over again. I close my eyes. I see my life before all of this. Before the bombs. Everything can change in an instant. And the future you plan for yourself shifts, whether or not you're ready. At some point, it happens to all of us. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. The Commonwealth. My home. Ripped apart and put back together. I thought, I hoped, I could find my family, cheat time, make us whole again. The way we were. But now I know. I know I can't go back. I know the world has changed. That the road ahead will be hard. This time, I'm ready. Because I know war. War never changes. Эпично. Я подозреваю, что это финал сюжетной кампании. И получается так, действительно. У нас остались только разные квесты, плюс дополнительные. Ну и вот эти вот постоянные квесты, помочь жителям. Я не знаю, что там будет в конце, может это ведет к какому-то большому квесту, но вот как-то так. Чувствую, опыта нам отсыпят много, потому что это финальный квест. Ого. Угу, почти целый левел опыта отсыпали, нихера себе. Ладно, давайте загрузимся и попробуем вот ту концовку, которую я не хотел. Так. It must make you proud to see all that father has done. Так. All that he has built. Maintenance requests should be directed to the facilities division. Что ж, поехали. Нам нужно сделать диверсию в институте для того, чтобы убежали синты. Ну и, соответственно, уничтожить сам институт. Это подло, но это всегда действенно. Диверсия изнутри, уничтожение организма изнутри. Мне это не по душе. Ну ладно. Пойдем. Ибо по сути эти люди ни в чем не винны. I've been looking for you. Is it time? Once we act, we have committed. There will be no going back. Пора. Everything's ready. It's time. Good. We'll need to clear this room before I can do more. Nice work bringing that rogue synth back. Attacking destruction of fellow cities.
All right. Please give me a few moments. I already have the coordinates. I simply need to update the relay. Your companions will arrive in a moment. Давай, делай то, что должен. There's no turning back now. If they're not already onto us, they will be within seconds. Братство только начало. Fighting the Brotherhood was just an appetizer. Hopefully we survive the main course then. First, you have to take this. It's a fusion pulse charge. Tinker Tom's rigged it. We get you down there. You plant it. Добраться до реактора. Чёрт. Ну да. Сука, они же знали про реактор. Ясно. Суки. Запороли. Хотят запороть работу всей жизни. Я понял. Ладно. Так. Ну что ж. Ой-ой-ой. А тут полно синтов. Пускай шарашит. Ну чё вы прячетесь? Я ж славный малый. Решили подраться, да? Да не будем. Стимулятор принять на душу. Что за херня? Дайте же дорогу, придурки. С вас такие стрелки, блин. Как с меня американский летчик, честное слово. Что же за... Ух ты, господи, блять, Иисусе. Не, ну вас в жопу. Опасные вы какие-то. Да уйдите вы, дорогой, мать вашу. Ох ты. А ну да.
Да чё это я туплю? На, лови. На, еще одну туда. Что вы за Валеры-то такие? А, вечно забываю. Ладно. Я сюда приходил немножко другим путем. Ну ладно, тоже сойдет. Это ведь то место. Это ведь спуск к самому реактору. Если я, конечно, не ошибаюсь. Не совсем. Ай, блин. Тут же поставили новых синтов, да? Дай-ка я постреляю. Далековато. Да ё-моё. Что, обезьянки, что ли? Гориллы. Это гориллы. Они же мне голову сейчас отобьют. Куда ты побежал? Ну и куда ты пытался уйти? Не надо пытаться уходить от нас. Мы этого не любим. Ой, как мы этого не любим-то, а? У тебя. Ты посмотри, что он творит, сука я такая. Ну и в чем трабл? А, трабл в том, что у меня патронов мало осталось, надо было закупиться на револьвер-то. Ну ладно. Херенный револьвер. Только тут я даже не знаю, что мне сейчас и поможет. Ладно, надо брать эту беду. Поехали. Просто прорываемся. Ну его в жопу. А, не, все закрыли. Это был агент подземки. Ну, толпой, в принципе, даже этого запинали, даже охотника. Изи. Ах ты, ё-моё.
это, кстати, очень паршиво. Неужели кто-то из них там даже выжил? Проклятая задержка. Да, с таким FPS-ом, конечно, некомфортно играть. Сейчас 30. Почему-то при записи. Наверное, лог стоит, надо будет убрать его. А, заперто. Ну и... Одобрите. Я хочу. Кому я тут башку снес? Обычному агенту. Ой, это какая-то не вполне обычная тварь. Hello? Hello? Да не. If you can hear me, I got the floor plan. Advanced Systems Lab. That's where the reactor is and where you gotta go. But the doors are locked, and I can't override from here. That command has to come from the director's personal terminal. You understand? You've got to do that part yourself. Допустим. Ну что ж, давайте попробуем. Ты меня видишь, я знаю. Да, тут я впервые его и встретил. I didn't expect to see you again. You had me fooled. I really believed you were on our side. Тебе плохо? What's happened to you? Are you sick? Well, don't pretend to care now. You had your chance to help me, then cast me aside instead. It's not enough that I lay here dying. Now you plan on what? Destroying everything? Tell me then. Under what righteous pretense have you justified this atrocity? Видите, тут даже причин нормальных нету. Ради общего блага. Какого нахер блага? Этот мир все равно умрет. Хочу сжечь все дотла. Это взгляд какого-то ребенка. Другого выхода уже нет. Да, действительно, путей к отступлению нет. Все. Да.
Да, он прав. You'll accomplish your task and ruin humanity's best hope for the future. The only question left then is why you're standing here. Is it regret? Or did you just come to gloat? Ты мне поможешь? Sean, if you help me, fewer people will die. Will you? I'll have no hand in what you're doing. Ну, конечно, нет. Now go. Leave me. Мы уходим. Если уже быть скотиной, то быть скотиной до конца. Без башки ему лучше. Да ё-моё. Да вы посмотрите на этого кретина, а. Подлез прямо под выстрел. Ненавижу их. На месте. Да-да-да, это именно то место. Мне осталось 3 патрона. Я не думаю, что мне тут придется. А нет, придется все-таки. Давай подчикаем эту херню всю. Там радиация хорошая, значит, возьмем Радикс. Что там такое? Не понял. Ладно, пойдем. Ах, ты ж ё-моё. Не смогу туда зайти. Сейчас попробуем. Ты
Что произошло? Papa? Why did you call me Dad? What? You're my father. Why else would I call you that? Да, я твой отец. Right, of course I'm your father. Good. For a second, I thought you forgot who I was. Now let's hurry up and get out of here. Пойдем со мной. All right. You can come with me. Really? Do you mean it? Да, конечно. Yes, I mean it. Now let's get out of here. I'm glad you are here to save me. Уходим. I'll get all this tech stuff figured out. Быстрее. Чё ты там возишься? All right, Tom. Fire it up. You got it. Okay, you said right. We're ready to get out of here. Да. Yes, absolutely. Let's get the hell out of here. Don't have to tell me twice. It's all set to take you and Dez to the detonation site. Then I'll rig it to send me and the kid here back to HQ right out. Don't worry, we'll look after him. Get him some better clothes, too. Right. Let's go before this whole place goes thermonuclear. То есть как с мегатонной, да? Прости меня, сын. Я должен был это сделать. Спасибо за последний подарок. I can feel it wash over me. The heat, the force, the radiation, the fear. It's the end of the world all over again. I close my eyes. I see my life before all of this, before the bombs. Everything can change in an instant, and the future you plan for yourself shifts, whether or not you're ready. At some point, it happens to all of us. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. The Commonwealth. My home. Ripped apart and put back together. I thought, I hoped, I could find my family, cheat time, make us whole again. The way we were. Now I know. I know I can't go back. I know the world has changed. That the road ahead will be hard. This time, I'm ready. Because I know war. War never changes. То есть получается, ну, в этой, во второй концовке главный герой принимает этот мир. В первой он его отрицает. Ну, интересно. В любом случае, я считаю, что принять сторону вот именно Шона, то есть отца, ну как, отца, сына, который называет себя отцом, принять сторону института будет куда правильнее.
Но это мое субъективное мнение. Я показал две концовки, есть еще третья, насколько я знаю. И она касается Братства Стали. Но Братство Стали я вычистил. Что они меня бесят просто, козлы, твари и мрази. Ладно. Дездемона. Что скажешь? Deacon says this was his plan all along. Да, он все спланировал. Who knows? Maybe he did plan it all. Some things even Deacon can't do. Maybe. In days gone by, when us old-timers waxed rhapsodic about life without the Institute, we recognized our work wouldn't end immediately. Hate runs deep in the Commonwealth, deeper than the soil. To them, synths are the living embodiment of the Institute's oppression. I'd understand if you want a much-needed vacation. But are you up for the next mission, Fixer? Хоть сейчас. I was born ready. I'd expect nothing less. Our safe houses will be bursting with synths, seeking a better life outside the Commonwealth. Not everyone in the Institute died. We'd be foolish to think there won't be retaliation. Come back to the HQ. And lead the last of our people to freedom. All of you. We've rescued enough of your people over the years. You don't have to say anything. We will protect them. We'll be safe. Just because you're out of the Institute doesn't mean you're safe. Or the railroad's job is over. There's a lot of work ahead of us. But together, we'll get there. Ну, в плане опыта это однозначно выгоднее. Now I can breathe. Институт не был уж прям таким врагом. Да, тут есть куча субъективных мнений по поводу этих синтов, то есть синтетических этих роботов, короче. Которых они придумали, которых они отправляли на доработку, которых они переделывали. Тут их воплощают с людьми, но я не сторонник таких вот мыслей. Все-таки они искусственные, пускай очень похожи на людей. Если бы можно было каким-то образом, ну, более поучаствовать открыто в деятельности института, я бы именно этим и занялся. То есть там буквально было две миссии про этих... про то, как мы изымаем этих синтов. Ну что ж, получилось как получилось, сюжет достойный. Я попробую еще пройти, ну, уже для себя, за Братство Стали. Хоть мне это и не нравится, но да ладно. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Это были две концовки Fallout 4. Большое спасибо за то, что смотрите меня. Проходите эту игру, пожалуйста, сами. Не смотрите у летсплейщиков, такие игры... надо проходить самому. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.